Решение вопроса по строительству долгожданного пешеходного моста у ЖК «Солнечная система» выходит на финишную прямую. На заседании Совета депутатов Химок были озвучены поправки в бюджет, согласно которым 140 миллионов рублей пойдут на строительство перехода через железнодорожные пути. Идею выдвинул глава города Дмитрий Волошин. Депутаты решение поддержали. По предложению главы Дмитрия Владимировича Волошина все 140 миллионов направляются на железнодорожный переход. Дополнительные деньги в городской казне появились благодаря победе Химок в рейтинге лучших городов Подмосковья в 2020 году. По постановлению губернатора нам были выделены дополнительные деньги, 140 миллионов. И решением и администрации, и Совет депутатов подтвердил это решение, все 140 миллионов будут направлены на очень наш острый, решение острого вопроса – это пешеходный переход через железную дорогу в районе Солнечной системы. Строительство пешеходного моста, который будет соединять жилые микрорайоны в старой части города с новыми Химками, планируют завершить в конце этого года.